Идем. Мама с дочей. Доча с маманей. Идем. Томас, вали давай. Это, иди давай. Не, вали, вали. А? Джеральдина. Не, пантерка. Пантерка. Не, пантерка. Привет, пантерка, нафиг. Привет, Джон, нафиг. Сейчас. Так. А что у вас с водой сегодня? А, это она. Ладно. Ай, кисы, кисы. Сейчас. Вот. Вы в парке, так вы совершенно по-другому себя ведете, в отличие от остальных. Те трутся, как фиг его знает кто. Ну, слава богу, все, вода почище. Идем. А у них культура такая. Я знаю, что у них такая культура. Так что вот такие пироги по поводу посылки, отправленные в Кострому. Отправлена была 19 числа сентября месяца. Вот. Упаковано все как надо. Потом ее через неделю, нет, не через несколько дней, да, через неделю она попала в Москву. А там ее отправили вместо Костромы в Тюмень. Ну, под Тюмень, куда там еще. Вот. На, иди сюда. Джон. Вот. Томас, 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 иди сюда. Томас. Томас. На. Вот тебе себе сыплю здесь. Все. Так. И после многодневных споров и так далее, ее все-таки вернули опять в Москву, оттуда через на следующий день уже в Кострому. Но, естественно, в отличие от всех остальных посылок, именно эту, в чем дело? Ну тогда я оттуда заберу. Именно эту почему-то подвергли тщательной проверки. Так. Вряд ли она под давлением могла вот так вот себя повести. Хотя там была щель знатная. Наверное, ее вскрыли, посмотрели. Ну, короче говоря, все, что было в посылке, все в какао-порошке оказалось. Благо, все книги были... Ну-ка, вернись к себе. Вернись. И там ешь. Благо, все книги были в обертке специальной. Слава Богу. И то, одну книгу открыли, когда я уже видел фотографию, она все равно была подпыленная чуть-чуть какао-порошком. С прикосом какао, короче. И что ты нам все это рассказываешь? Да я, в принципе, делюсь эмоциями. С нами делись эмоциями. Ну, с вами что делиться? Вы классные, сами по себе. Ой, все, водичка у вас есть, слава богу. Кушать, кушайте. Бай-бай вам, кисоньки. Слава богу.
Что, Томас, киса? Значит, селфи делать ты отказываешься. На. Вдали от всех остальных. Bye.